За побег с места ДТП, где погибли или пострадали люди, ожесточат ответственность для водителей. Накануне правительство России одобрило проекты законов. Теперь законопроект внесут в Госдуму. Вводить поправки будут в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. По его словам, административная ответственность должна наступать только если водитель уехал с места ДТП, где не было жертв. Во всех прочих случаях предполагается применение более строгой ответственности, то есть уголовной, заявил премьер Дмитрий Медведев. Сбежавших с места аварии водителей будут приравнивать к пьяным. Согласно проекту, как сообщают «Известия», скрывшимся с места нарушения будет грозить до 4 лет тюрьмы в случае, если в аварии тяжело пострадали люди, и от 4 до 9 лет, если в ДТП, место которого покинул водитель, имеются погибшие. Эксперты отмечают, оставление места аварии может быть продиктовано и благими намерениями, например, желанием максимально быстро доставить пострадавшего в больницу.